Поклевочка, друзья. Разловил палочку. Такой вот щупачок. Ну да, к этому спиннингу я еще не привык. О. Хорошие пируэтики делает. Приветствую вас, друзья, коллеги. Пришел сегодня на реку Западная Двина попробовать разловить новый спиннинг Maximus Axiom, посмотреть вообще, что за палка, попробовать покидать, попробовать поджиговать, попробовать вертушечки, воблеры. И как бы уже разловился хорошей 2-килограммовой щучкой, все это вы можете увидеть в видео. Палкой сразу хочу сказать, я очень доволен. Понравилось, как вяжет рыбу, как работает с разными приманками. Я, друзья, доволен. Ну, можете смотреть видео. Пришел, друзья, на рыбалку. И как раз хочу потестировать новый спиннинг Maximus Axiom. Брал я его больше для джига. И вот сейчас хочу его немножко потестировать на разных приманках, на воблеры. Хочу попробовать покидать вертушки. Сейчас сильный ветер, не знаю, будет хорошо меня слышно, нехорошо. Уже хочется его проверить и потестировать. Как в руке мне он понравился. Потряс его, посмотрел. Как бы палочка такая довольно интересная. Надеюсь, и рыбе он понравится, как и мне. Довольно гибкий. Конечно, после наутилуса он более мягенький. Вот я потому и брал. Наутилусом хорошо продергивать воблеры. Но он немножко текиллер, глуховат на таких приманках, как джиг. Глуховат на таких приманках, как вертушки. Джиговые приманочки. Вот, поэтому захотелось взять что-то помягче. Ну, будем пробовать сейчас. Покидаем. Посмотрю, как что. Проверим. Было бы желание. Буду кидать воблеры. Попробую на воблеры, конечно. Я думаю, с маленькими воблерами будет работать довольно неплохо. Да. Посмотрим, как работает и с большими. Попробуем. 12 грамм. Головочка. Чебурашечка. Посмотрим. Поджигуем. Довольно хорошо. Все чувствуется. Отдается в руку. Каждое касание дна, камень, травка чувствуется. Сейчас попробуем, как он
кинет. Полет нормальный. Очень хорошо все передается в руку. Вертушечка МЭПС, третий номер. Собственно, я и брал этот спиннинг больше для джига, для вертушек, для мелких воблеров потвичить. Был в арсенале такой универсальчик. Сразу чувствуется, вертушка завелась. По кончику передается каждое вращение вертушечки. Ну, я скажу, для такого бюджетного спиннинга довольно неплохая чувствительность. Конечно, дорогих палок я в руках не держал, но такой вот бюджетный вариант меня пока что вполне устраивает. Может, когда-нибудь и захочется более хорошие дорогие палки. Я надеюсь, и на этот спиннинг будет довольно неплохо ловиться рыба. Сейчас попробуем дальность заброса. Надо немножко потоньше ставить плетеночку, я думаю, лететь будет вообще хорошо все. Сейчас плетенка у меня стоит 0,16. Ставил, конечно, больше для воблеров, твичить. Но если ловить на более мелкие приманки, конечно, надо будет ставить потоньше и поводки, и плетенку. Попробую закинуть это шайнер. Посмотрим, справится ли с ним палочка или нет. Летит довольно хорошо. Попробуем потвичить. Ну что вам скажу, друзья. 115-й это шайнер. Довольно неплохо и твичится. Палочка не проваливается. Кончик отрабатывает довольно неплохо. Пробую, покидаю его. Потом попробуем 130-го. Наверное, конечно, на 130-м будет уже проваливаться, но чисто ради спортивного интереса. Летит воблер очень хорошо. По кончику видно. Это если учесть, что течение, если на озере, вообще будет шикарно. Да, конечно, немножко подваливается кончик на течение, когда со струи выходит. Но я думаю, 110-е, 100-е и 90-е будет
Отлично. Отлично. Каждое касание, каждый ударчик, все в руку. И траву чувствует, и камушки. Попробую реренжа побросать 130 СП от фирмы Беркинг. Вобер крупноват, но ради спортивного интереса. Очень хорошо летит. Ну да, на 130 уже кончик сразу не возвращается, хлыстик подваливается. Ну, попробуем покидать немножко. Попробую равномерочку. Поклевочка, друзья. Разловил палочку. Такой вот щупачок. Ну да, к этому спиннингу я еще не привык. О, хорошие пируэтики делает. Фрикциончик мягенький на катушке. Спасибочки. Неплохо вяжет. Ага. Кидаю. Блин, вообще молодец. Хороший. Блять. О. Дает жару. Хорошо засадил. Прощай, мой пират, встретимся через век. Проходит века, и нас унесли. В эти леса, где все произошло. Гости монет находим в земле. Ну вот, друзья, вот такая вот щучка попалась. Разловил новый воблер и разловил новый спиннинг. Поклевочка у нас была на воблер Байсквад 115. Ну, как видите, спиннинг неплохо справился со своей задачей. Сейчас взвесим, посмотрим, сколько вес. Руки грязные, поэтому извините. Вот 2 кг 995 г завесила данная щука.
Ну вот, друзья, хочу подвести итог рыбалки спиннингом. Я очень доволен. Реально зачетный бюджетный универсал, который неплохо работает с разными видами приманок. И жбивать им приятно, и вертушечки кидает неплохо. Каждое биение лепестка отдает в руку. В принципе, мне очень понравился. На этом, друзья, буду заканчивать рыбалку. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке.